И всем привет, с вами Александр Навасов, и в данном видеоролике сегодня я вам покажу новые скины в CSGO из запрещенной зоны. И перед началом видеоролика вы уже посмотрели калаш моего друга, так как он купил калаш, а я же купил себе, ну так себе скин, это MP5SD Фосфор. Да, я уже потренировался на друге, убил его один раз, но сегодня я буду играть, я буду сегодня тащить, и он не разрешал снимать видео. Да, он сказал, что-то другое будем сейчас снимать, другое что-то снимать про обновление биома, но я решил это снимать. В общем, у него калаш Азимов он купил, а я Фосфор, так вот, спойлер. А видеоролик, который мы будем снимать, вы сами поймете. Он пока что фокашит. Ну а я покажу свои скины. Вот нож коготь, поверхностная закалка, которую вы уже смотрели. У меня перчатки, ящик Пандоры и все. Еще у меня есть глок, как вы знаете. Глок у меня градиент и у меня есть фосфор. Ну, а у него есть, короче, тоже скины и, короче, он крутой. Ну, в общем, ладно. Если вам нравится мой скин, который я купил, обменял, ну, задорого, как бы, ну, потому что дорогой скин, он новый. В общем, если вам нравится такой скин, он похож чем-то на неоновую революцию калаш, но это совсем другой скин. Но он крутой, я думаю, и он вам, наверное, понравится. Ну, а пока что на этом все, ребят. Это спойлер был, потому что выйдет еще один видеоролик на этой карте. Это карта Биом. Мы снимем сейчас видеоролик по микрофону, и если он разрешит, мы выложим этот видеоролик. Но вообще он снимал, хочет снять на свой канал, но я его канал не буду рекламировать, потому что он вот такой вот чел. Ладно. Ну а с вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. И если наберется на этом видеоролике 15 лайков, то я обязательно попрошу у него этот калаш, и я про него расскажу, так как у него немного поношен. В общем, всем удачи и всем пока.